Как и было обещано, Назым реализует свой план по похищению Тарика с плотины. Он прячет Тарика в сейфе грузовика, направляющегося в Стамбул, и помогает ему сбежать в Стамбул. Когда Тарик убегает в Стамбул в кузове грузовика, он думает только о Нихир. Нихир встречается с Зеррин и Икрюмом. Он поможет им найти деньги, необходимые для лечения Зеррин. Ради этого популярный в Германии актер соглашается сыграть его роль. Люди, которых они обманут, владелец отеля, в котором они остановились, и его сын. Но другой дуэт, которого они обманули раньше, Ахмед и Исмет, нашел свои следы. Назим приходит в отель, где он остановился, чтобы поговорить с Нихиром. Нихир в своем парике и контактных линзах встретит человека, которого собираются обмануть. Увидев, что Назым находится в отеле, Нихир пытается помешать Назыму увидеться с ним. Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится все ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Нихир, которая не могла получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знала как Назыма, хотела вернуться в Стамбул, когда узнала о болезни Зеррин. Нихир, которая не может получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знает как Назыма, хочет вернуться в Стамбул, когда узнает о болезни Зеррин. Назим, который после угрозы Тарика хочет держать Нихира от себя как можно дальше, с грустью принимает эту просьбу. Но когда Тарик получает травму в результате аварии на плотине, Нихир не хочет оставлять его одного. Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Но во всем этом хаосе кто-то на плотине узнает ложь Назыма Тарика. Как долго Назым сможет скрывать эту ложь от Нихира? Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится все ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Нихир, которая не могла получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знала как Назыма, хотела вернуться в Стамбул, когда узнала о болезни Зеррин. Нихир, которая не может получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знает как Назыма, хочет вернуться в Стамбул, когда узнает о болезни Зеррин. Назим, который после угрозы Тарика хочет держать Нихира от себя как можно дальше, с грустью принимает эту просьбу. Но когда Тарик получает травму в результате аварии на плотине, Нихир не хочет оставлять его одного. Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Но во всем этом хаосе кто-то на плотине узнает ложь Назыма Тарика. Как долго Назым сможет скрывать эту ложь от Нихира? Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится все ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Нихир, которая не могла получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знала как Назыма, хотела вернуться в Стамбул, когда узнала о болезни Зеррин. Нихир, которая не может получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знает как Назыма, хочет вернуться в Стамбул, когда узнает о болезни Зеррин. Назим, который после угрозы Тарика хочет держать Нихира от себя как можно дальше, с грустью принимает эту просьбу. Но когда Тарик получает травму в результате аварии на плотине, Нихир не хочет оставлять его одного. Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Но во всем этом хаосе кто-то на плотине узнает ложь Назыма Тарика. Как долго Назым сможет скрывать эту ложь от Нихира? Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится все ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Нихир, которая не могла получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знала как Назыма, хотела вернуться в Стамбул, когда узнала о болезни Зеррин. Нихир, которая не может получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знает как Назыма, хочет вернуться в Стамбул, когда узнает о болезни Зеррин. Назим, который после угрозы Тарика хочет держать Нихира от себя как можно дальше, с грустью принимает эту просьбу. Но когда Тарик получает травму в результате аварии на плотине, Нихир не хочет оставлять его одного. Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Но во всем этом хаосе кто-то на плотине узнает ложь Назыма Тарика. Как долго Назым сможет скрывать эту ложь от Нихира? Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится все ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика.
Нихир, которая не могла получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знала как Назыма, хотела вернуться в Стамбул, когда узнала о болезни Зерин. Нихир, которая не может получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знает как Назыма, хочет вернуться в Стамбул, когда узнает о болезни Зерин. Назим, который после угрозы Тарика хочет держать Нихира от себя как можно дальше, с грустью принимает эту просьбу. Но когда Тарик получает травму в результате аварии на плотине, Нихир не хочет оставлять его одного. Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Но во всем этом хаосе кто-то на плотине узнает ложь Назыма Тарика. Как долго Назым сможет скрывать эту ложь от Нихира? Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится все ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Нихир, которая не могла получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знала как Назыма, хотела вернуться в Стамбул, когда узнала о болезни Зерин. Нихир, которая не может получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знает как Назыма, хочет вернуться в Стамбул, когда узнает о болезни Зерин. Назим, который после угрозы Тарика хочет держать Нихира от себя как можно дальше, с грустью принимает эту просьбу. Но когда Тарик получает травму в результате аварии на плотине, Нихир не хочет оставлять его одного. Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Но во всем этом хаосе кто-то на плотине узнает ложь Назыма Тарика. Как долго Назым сможет скрывать эту ложь от Нихира? Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится все ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Нихир, которая не могла получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знала как Назыма, хотела вернуться в Стамбул, когда узнала о болезни Зерин. Нихир, которая не может получить того внимания, которого она ожидала от Тарика, которого она знает как Назыма, хочет вернуться в Стамбул, когда узнает о болезни Зерин. Назим, который после угрозы Тарика хочет держать Нихира от себя как можно дальше, с грустью принимает эту просьбу. Но когда Тарик получает травму в результате аварии на плотине, Нихир не хочет оставлять его одного. Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Но во всем этом хаосе кто-то на плотине узнает ложь Назыма Тарика. Как долго Назым сможет скрывать эту ложь от Нихира? Назим, который день ото дня становится свидетелем того, как Нихир становится все ближе к Тарику, пытается выяснить, как избавиться от Тарика. Нихир, которая не могла получить того внимания, которого она ожидала от Тарика.